Друзья, всем привет! Сегодня, так как у нас наступает год мышки, крысы, кто как называет, сегодня мы решили показать вам поделку в детский садик. Мы, конечно, будем делать снеговика, вот, с доченькой, значит, и с чего начнем? Начнем с того, что мы возьмем три воздушных шарика, то есть они вот таких размеров, то есть большой, поменьше, да, средний и самый маленький, голова. Вот, нам надо вот три таких шарика. Здесь шарики я соединила нитками, а этот приклею скотчем, значит. Потом также нам понадобится стаканчик с дырочкой. Я здесь проткнула гвоздем дырочку. Вот, потом блюдце, потому что когда мы будем наливать в этот стаканчик клей, он будет течь. Клей ПВА, обязательно ПВА. Капроновую нить. Ну, любого цвета, в принципе, я взяла белого, какая есть. И скотч. Вот, для того, чтобы склеить третий шарик. Ну, можно это тоже было склеить, я связала. Ну, и также ножницы. Значит, начнем с того, что мы возьмем, нальем вот в этот... Нет, сначала проткнем, а этот стаканчик иголкой с ниткой, да, чтобы здесь сюда нитку, в эту дырочку маленькую, вот. Проткнули. Иголку мы пока что убираем в сторону. Она нам не пригодится. Потом, значит, берем в этот стаканчик. Стой на месте. В этот стаканчик наливаем клей. Наливаем клей. И будем всю эту нитку мы промазывать клеем. То есть для того, чтобы она у нас пропиталась хорошенько. И чтобы получились у нас замечательные кругляшки, чтобы лепить снеговика из ниток наших. Значит, значит, на своих ошибках учится, как говорится, да? Покажу вам свои ошибочки. Значит, вот здесь вот завязываем узел в шарике, да? То есть никаких ниток. Вот просто он завязан, узел. И обматываем. Обматываем с помощью нитки и клея. В общем, узлов этих не надо, потому что когда вы будете сдувать шарик, эти ниточки, они прилипнут здесь, и шарик может остаться просто-напросто внутри. Вот. В общем, посмотрим. Он полежит. За ночь вся нитка высохнет. Вот это, да, он полежит. Ночь. И завтра мы продолжим снимать нашего снеговика. В общем, убираем его сохнуть. Так что вот ошибочки. Так как, значит, накануне у нас Новый год, решила вам показать, как можно сделать шапочку. То есть она подойдет для снеговика, ну, для елочки может стать для куколки шапочкой. В общем, ну, украшение для вашего дома. То есть, в принципе, надо немного. Надо шерстяную нитку, то есть можно потолще, можно потоньше. А цвет может быть любой. И кусочек втулки от туалетной бумаги я отрезала, значит, мы берем, делаем вот так вот напополам эту веревочку, да, потом берем, продеваем вовнутрь, и концы этой веревочки мы делаем наверх. Так сделали, да? Продолжаем. То есть желательно поровнее. Но, в принципе, оно все равно потом обрежется. Ну, как бы можно и так. Вот таким образом мы все это делаем. Значит, также, друзья, у нас был
год свиньи, теперь у нас наступает год мышки, год крысы, там, ну, кто как хочет, так и называет. Вот. Ну, год свиньи, может, для кого-то был хорошим, для кого-то плохим, ну, для всех, наверное, по-разному. Значит, ну, хочется пожелать всем самое главное здоровье, потому что здоровье ни за какие деньги не купишь, это самое главное здоровье. Вот. Ну, а так, счастья вам, добра семейного, взаимопонимания, чтобы все у вас было хорошо в семье. Вот. Чтобы росли вы здоровыми, умными, если нас смотрят также дети. Значит, слушались родители, чтобы учились хорошо. Детки, которые ходят в садик, чтобы также были послушными, слушали своих родителей, бабушек, дедушек, воспитателей. Вот, значит, такая у нас шапочка получилась. Мы берем вот здесь вот, берем веревочку и завязываем, да? Завязываем. Так, завязали, значит. Теперь можно, конечно, оставить так. Ну, чтобы было красивее, мы сейчас ее немножко поправим. Мы возьмем вот это все и обрежем покороче.
Вот, друзья, вот такая симпатичная шапочка у нас получилась. То есть она может быть у снеговика, неважно там, да? Вот, у куклы, на елочку можно также на зелененькую, зеленую шапочку. Вот, может, другого цвета кто-то захочет, в общем, но очень такое оригинальное изделие. В принципе, материалов надо немного, времени тоже, как вы видите, надо немножко. И вот такая у нас красивая шапочка получается. Вот, также, может, кто-то захочет сделать какой-нибудь там смайлик, да? Шарик красивый. Хоп, сверху шапочку. И очень даже ничего. Вот такие вот дела, друзья. Ну, можно также, допустим, ее украсить, да? Может, кто-то проявит желание сделать красивее. То есть, можно также навешать всякого разного дождика на нее. Да, то есть, вот. Завязали там узелками, навешали. Тоже очень даже ничего. Ну, не буду обвешивать. Ну, вот, друзья, значит, наши шарики, так скажем, высохли из ниток. Теперь будем лопать. Ни хрена себе, смотри. Смотри, а это треска, смотри. Почти получился. Что за какашка? Я когда достал их оттуда, я на это посмотрел.